It is showtime. Слышно? Да. Так. Или полторашку сюда на опять, да? Прям бежим через там зависит. Так ты угадаешь, когда нужно горизонтально начинать либо вертикально начинать. Где ты? Ну практически долетаешь до цели и прям потом ответ не приходишь. Выходит быстрее, я тебе говорю, чем вот так вот лететь за полтора. Давай, сейчас. Понял, ничего, как приду. Ну я понял, вон чуваки садятся, кстати. И вот они вот, да, и вот они садятся вот быстрее нас. Не, ну базара нет, как отлично, наверное. Если меня сейчас пистолет опять не вынесет. Marked a location. В домике, да? Ага. Паш, там пистолет. Вчера тоже был с пистолетом. Не, ну это не читаки хотят. Поэтому... Не, ну как бы не, но если не, ну они как бы не особо дебовые, но в плане, если люди адекватно играют, мы их перестреливаем по возможности. Здесь еще I got supplies. Дома по дороге и... Ты чё? Здесь еще. Здесь ладно. Были. В среднем доме тоже. Ты первым помрёшь, да? Со всех вообще домов магнитов.
Да тут нету никого, чуть туда никто не садился. Блин, ну я так смотрел вроде по сторонам. Да, боты частенько прибегают, здесь люди подстреливают. Не, ну согласен, как бы это. Рисковал, может. Поехали. Что, ты пойдешь? Я думал, ты выйдешь. А я, блядь, за рулем. Не, ну без разницы. Вилма КВ нужен? Да, да, я покажусь. Это, у меня тут компенсов целый мешок. Это я могу это. Ну давай возьму. Где-то не подобрался сейчас. I got supplies. Погнали. Дает покой машину, как я оставлю, да? Где-то здесь двери что-то открыты. Бля, компенсов пиздец, как здесь. Это Паш, четверка нужна тебе? Не, четверка есть. Блять, точно думал, где? И слышу, да. Есть что-то прикольное? А я забрал там семерку. Да, 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 я там. Погнали. Давайте выставлять машину.
Нормально она стоит. Все начинается. Поехали на самолет. Поехали. А, это. Сейчас обычный эксплойер бы. Ну, в принципе, да. Только мы его далеко отсюда. Это он далеко, он скорее всего бросил его уже. Этот что? Не, он вылетел уже из зоны. В этой зоне, скорее всего, бросил еще давно этот герой там. Просто флайер запускали. А, это все, я понял. Это, ну, в принципе. Блять, у меня чуваки. Паш, открывай. Я не вижу его. Забрали, блядь, челик у меня, нахуй. Пидор. Ага, красавчик. Там еще один. Еще один. Я знаю. За эту хуйню, я понял. Ты говоришь, зон, если нихуя тут интересно, блин. Он, кстати, там один. Если чё. Ну а тут что, левейший стреляет? Вижу. Блять, Слав, я не вижу. Ай, батяр, блядь. Да он за этой же херней так же стоит. Вот. Все. Да. Все, лутаемся, едем в зону. Ну, тут прям хорошо как все. Так, все, ты нахуй. Место выхуй. Вот нахуй, вот нахуй. Нахуй, нахуй. Нахуй. Все. Я семерку не знаю. Где-то у меня семерок жопы жуй вообще. Эх, ебать, тут чувачок сейчас. Молодец. Ага, все. Так, ну и в принципе все, можно двигать. Давай, пойдем. Ты что там? Это, ну у них, блядь, подразъебная тачка, конечно, может, а нас заберем. Ты тачку пригонял нас? Да. Да я вам сейчас это. Давай, погнали. Нет, бинты вот прям вот такая вот штука, вроде мешают, но да, наверх идет как полезно. Ну, в принципе, мы в зоне. До зоны приехали. Скоро. Все, подлечимся, по зоне двинемся. Это, тебе увелмак быстросъемный нужен? А, нет, обычный быстросъемный. Есть, есть. Да, по бустам тут не очень, так как все нормально. Мне бы что-нибудь там X6, X8. Блин, не, у меня 4, 3 кто-то. Да?
все, нет, подойди. В принципе, вот сейчас домик. Не, вот этот сейчас домик прям, который попутал. Вот он, на середине вот так я люблю. Газуй, газуй, газуй. Marked a location. Добрый, ну, да, ладно. Неудачно. Ну, какие-то лютые ребята. Да пиздец, какие лютые. Мы просто подъехали, им прям, нате, вот стреляйте. Ну, да. Я думал, что будет по-другому. Я думал, что я сейчас такой запасик. Да, да, да. А он с пулеметом, а ядро лутали двойной. Да я уж понял, что там какие-то такие нормальные ребята. Но это может они, кстати, бахали флайер. Да. Скорее всего, наверное, да? Да. Ну, я говорю, я предлагаю передачу управление тебе. Согласен. Ладно, давай, стартуй. А, я стартую, да. It is showtime. Ну чё, на машину прыгай. Давай вот сюда. На машину. Ну? А чё, не в горку? Да сейчас там прыгнет, кстати, ещё кто-то. Ну, давай, угад. Да, давай, это, хочешь, давай я прыгну. А, ну тут, в принципе, тут 800, да. Да, да, не, да. Не, давай, да. В следующий раз не прыгнешь. Давай, да это, мы прыгали. Только я, ну, есть план, если ты чисто не веришь, давай, а так мы прыгали. Ну, как, реально быстрее. Не, ну я в плане, если не веришь, я могу как бы и это, ну, можно с тобой прыгать. Ну, побыстрее получается. Но не это, не прям быстро. Сильно большая разница. Но как бы если вот, ну, в кучу прыгать и вот, ну, бежать стволом, то, блин, ну, можно. А так я тебе говорю, ну, так, блин, просто так. Там единственное, что тяжело, там тяжелее рассчитать, прям, потому что этот момент, да, пора уже переходить. Ну, я говорю, я обычно метров 225, когда стою. Наоборот, специально ходим.
Нет, двое пока с нами, но... Да, походу, газ какой. Будет замес. Что-то они куда-то отвалили, по-моему. Вообще не вижу ничего. Это неинтересно. А, они не свалили, они что? Давай, 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 давай. Давай, ты в этот дом, я в соседний. Блять, они уже на то. Ах вы педики, блять. Да ёпта, блять, сука. Все равно. Ща я убью их. Ну, как вариант. Если чем-нибудь найдешь вообще, да. Бля, ты меня просадили, обидно там в начале. Я как бы здоровье был целиком, я подстрелился. Что за пиздец? Да это стандартный пиздец, гадкий. Я тебе причем скажу, что обычно чем больше народ прыгнет, тем меньше голов. Прям вообще нормальная тема. Ты прям отчаянно прибегаешь по полю. Ну, может, мосин пострелять. А я что-то их вообще не слышу даже. Это у тебя, да, сзади. Да, он захер. Нормально, чувак, ты что, пистолетом всех развалил. Чё, рейтинг сбросился, да? Нет, ну да, новый сезон же начался. Да, что я ему вообще 27 тут. Бля, пиздец, мне завтра опять вставать хер на то, сколько, блядь. Чё уже угарно? Ты, блядь, часа поспал и заснул. Часа поспал. It is showtime! Слышно? Давай на машину. Мы едем. Неохота больше. Да чё, давай в гад? Да ну и нахер. Да план хорош, отмахаем. Давай, давай. Да не, давай на машину. Да ну а чё? Давай, ты больше вот что ли на рейтинг что ли играешь? Ты чё как бы? Ну а чё, блин, ну в тот раз упали, не, в тот раз, не, ну в тот раз упали, победите, сейчас вот упали, проиграли, ну чё как бы такого-то. Ну а чё кататься как бы, покататься? Я в плане, не на рейтинг, покер, я в принципе тоже. Я не думаю, что там ас собрал скачать или чё-то, 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 чё-то. Не, ну я ж тебя не в починке тащу, ни в школу, ни в разок, там хоть можно что-то найти. Нет, ну прыгни в дома под горой, если что, потом вот сюда, вот потом в гадку идти человеку. Нет, ну с нами пока никого.
все ушли в сторону починок. Нет, с нами вообще никого. Ну, как бы вот, и чё бы мы сейчас катались, сейчас где-то болтаем, наверное. Я зря на тебя. Ты что, сейчас прыгнул? Да, я сходу нашел два пистолета. Когда не надо, блин, вот, пожалуйста, тебе УЗИ. Все это. Нет, у бота мусинг. Там броника второго не было. Не, вообще броника никакого нет. Здесь есть приклад на УЗИ. Здесь интересно. А, не, я взял берил. Ну все, по домам ты был, да? Ну, да. Так, что, погнали наверх? Head toward this point. Блять, заебал. Здесь, кстати, тоже зона рядом была. Высыпание. Я броник взял. Первый лежит. А, ну у тебя первый есть, да? Да-да, первый. А? Да-да, есть, есть. А, все. Все, погнали. Где-то тачка вам надо найти по дороге. Рукоятка нужна тебе легкая. Легкая, это которая такая, как эта, как сеточка. Да. Где-то, наверное. Это пятерка, не знаете, у нас то штуки есть. Ты их выкинуть хочешь? Да, а что они нафига? Ну, я тогда возьму тебя. А, я вот это выкинул по дороге. Это, есть приклад на 416 Google Mac. Это
Чё ты чё, это горизонтальная рукоятка. Вот увел маг нужен. Погонять что, да? О, 4-16, будешь взять? А, вот горизонталку, маг и приход. Этот возьми тогда, бери. Это у меня есть, блин? А, есть. Чё ты думаешь, я 4-16 не беру? Там, кстати, минус внизу. Я, наверное, стоит просто. А, ты два бота захерачил? Я на боточку тут найти, ты еще хорошо. У меня, блядь, две канистры с бензином, блядь, и их нельзя залить. А зачем тебе две-то? Ну, всех случаев, что надо. Так, за семерки не надо, а то я выкинул 50 штук. Блин, ну это не критично. Ты зачем тут бежал? Точку штык. Ты бы ночью всю дорогу побежали. Точка, нет, нет, должно быть. Нету, да, есть машина. Ты? Да? Ну, я флэр дам подборка. Так, где башня? Ну мы не знаем. Я в домике. Нет, там, ну, давай я здесь пробегу к тебе. Тут есть баги. Нет, а у меня здесь тоже есть. Я сейчас приеду. А тут дверь открыта. Хе-хе. Ну еще хорошо. Здесь дверь. Наверное, в этих домах шабахнем. Так, смотри. Раньше бахнем, раньше начнем новую игру. Мы только что-то далеко машину оставим, ну как будем приезжать? Так твоя же рядом. А вдруг нам... Там две по нас. Блин. Буду ждем. Нет, ракетница, кстати, пустая, теперь подбирается. Прям вообще вот эту очень нужную вещь. Ну потому что реально это красная вот постоянная херня, подбирающаяся прямо в полево. Что, будет гроза в грудь? Будет гроза, не будет грозы.
Вот это. Не перейдет кто-то. Пол. Стой. Еду. Быстро. Стой. Я думал, я его подстреляю. Я же одного ног. Лечится, что? Ну, я сейчас отложаюсь. Нет, не помню. Блядь, там еще он прибежал. Так я их не убил, я одного нокнул, там двое. Ты будешь мстить? Что такое, я не знаю. А что у тебя 8? Блин. Ну ладно, давит. Там вон чувак один давит, давит. На самом деле. О, так и задумал. Ладно, что, давай, докатывай. Сейчас. А, в принципе, это... Нет, я фан, я на МТ еще прервем, я потом... Смотри, после игры я люблю, я сейчас пока курить.